нового периода, декабрь 2020-го, год заканчивается. Вот, и мы помним, что мы, и мы знаем, что мы любим начало месяца, мы его всегда ждем, потому что всегда новые подарки, и как бы нам всегда интересно узнать, что же у нас будут за подарки в декабре. Мы уже привыкли, что в декабре мы получаем при заказе на 200 пиви наш любимый ладан, масло, которое, конечно же, должно быть в каждой семье, и мы про него обязательно сегодня поговорим, я расскажу про него коротко, потому что информации много, потом дополнительно можно ее посмотреть в группах. А сейчас, конечно же, я начинаю с подарка, который могут получить все покупатели, которые зарегистрировались хотя бы в прошлом месяце, создали программу лояльного клиента и сделали заказ на 125 пиви до 15 числа. Они получают в подарок вот такой вот красивый набор с доломитовым украшением, на который можно капать любое эфирное масло. И может являться украшением для елочки, для дизайна помещения. Вот. И давайте посмотрим, что же это за масло. Бальзамическая пихта, 5 мл. Этого масла нет в продаже. Эфирное масло родом из Северной Америки, Канада. Вот, значит, что про него можно рассказать? Свежий и древесный аромат. Создает такую атмосферу бодрящую. Входит пенен, который хорошо работает с кожей. Ну что, можно с этого дня начинать наш день, можно его распылять в диффузоре. Мы поговорим про диффузор еще тоже сегодня. Хорошо сочетается с диким апельсином, с пачули, с мандарином. Можно использовать для массажа, разбавлять с нашим фракционированным кокосовым маслом. Хорошо расслабляет мышцы и устраняет дискомфорт, который вызван физическими нагрузками. Вот, вот такое масло. Еще могу сказать такой красивый рецепт по вот этому маслу, да, бальзамической пихте. Можно сделать смесь 10 капель бальзамической пихты, 6 капель лимонного эвкалипта, 4 капли розмарина. На 30 мл бутылочки можно использовать бутылочку из-под нашего Мунгард спрея, развести водой. Это будет такой спрей для освежения помещения. Вот. Масло ладана. Масло ладана в подарок. Супер. Любим. Смотрите, что может у нас получиться. Те, кто уже стоят на программе лояльного клиента, если сделают заказ на 200 пиви до 15 числа, получают сразу два подарка. Вот тот подарок, про который я только говорила, его могут получить только те, кто зарегистрировался хотя бы в прошлом месяце. И масло ладана, наше любимое масло ладана, все его знаем, и как бы мы знаем, что если мы не знаем, с какого масла начинать, то есть рекомендации специалистов компании, что можно начинать с масла ладана. Масло, которое использовалось с древних времен, древними египтянами для самых разнообразных целей. Это было и изготовление духов, и уход за кожей. Масло ладана, такие ключевые слова, как зрелая кожа, кожа атоничная, перхоть, депрессия, целлюлит, воспаление, настроение. Масло, которое работает на такое вот целостное поддержание здоровья человека, всего организма. Очень хорошо работает с кожей. Да? С кожей мы можем комбинировать с какими-то другими маслами. Масло, которое создает покой и расслабление, масло медитации. Про кожу я уже сказала. Это такая, действительно такой анти-эйдж уход. Давайте посмотрим какие-то простые рецепты. Да? Допустим, 2-3 капли вы можете использовать в крем. Вы помните, что крем должен быть качественным. Да? Мы, конечно же, можем рекомендовать косметику от компании doTERRA, в качестве которой мы уверены. Либо вы берете какое-то базовое масло, фракционированное кокосовое, или у нас есть хорошая база из линии SPA, и просто добавляете 2-3 капли масла ладана и делаете такой массаж. Это релаксация, это восстановление гармонии. То есть, нанося
такую смесь на лицо, мы вдыхаем ее, и мы, конечно, работаем на наш организм комплексно. Если вы видите, что ваши руки требуют особого ухода, обязательно используйте масло ладана, особенно если это были какие-то работы, ну, руки сохнут сейчас зимой особенно, или это работы в саду, точно так же используйте для ухода за руками. Обязательно научимся делать нашу технику аромат-тач для рук. Очень простая техника, очень эффективная. Хорошо тоже работает на восстановление, поддержку иммунитета всего организма. Стопы, конечно же, наносите масло ладана, тем более, если мы его можем получить в подарок. А мы знаем, что масло ладана стоит с налогом 21% для незарегистрированных клиентов 90, почти 98 евро. Масло не только драгоценное, но и достаточно дорогое получается, да, потому что оно у нас очень чистое. Видите, оно состоит из 4 видов ладанных деревьев. Вот, поэтому, конечно, замечательный подарок. Поэтому наносим на стопы, любим себя, особенно сейчас, такое время, когда наш организм требует дополнительной поддержки. Если вы чувствуете, что начинает болеть голова, просто возьмите лаванду с мятой, нанесите на 7-й шейный позвонок, на виски, на лоб, подышите. Обязательно подышите, научитесь правильно вдыхать масла, они замечательно нам помогают. Конечно же, можно использовать в диффузоре, да, тоже делать какие-то свои красивые смеси, чтобы улучшать настроение, и, конечно же, это нейтрализация еще и негативных эмоций. Вот, настраивание организма на саморегуляцию. Если не знаете, с какого масла начать, начинайте с масла ладана. Вот. Значит, это было предложение на 200 PV. Причем на 200 PV вы можете сделать до 4 разовых заказов. Все заказы можете пропускать через корзину лояльности, но отдельные разовые заказы на 200 PV. Да, и вы можете получить до 4 подарков. Если же вы новенький, хотите зарегистрироваться в этом месяце, все то же самое, вы можете сделать 4 раза. То есть один раз вы зарегистрируетесь, приобретете на 200 PV масло ладана в подарок, а потом вы уже будете через свой магазин делать точно так же заказы, можете получить до 4 ладана в подарок. Вот. Что же у нас есть? Мы знаем, что у нас каждый месяц есть также... Что у нас там? Какое-то предложение с 10% скидкой. Вот в этом месяце нам предлагают смесь для пищеварения в роллере. Смотрите, какие масла в нее входят. Это анис, мята, имбирь, тмин, кориандр, эстрагон и фенхель. Конечно же, все масла по отдельности замечательно работают с тем, чтобы поддерживать здоровье пищеварительной системы. А вместе, конечно, они усиливают действие друг друга и работают еще лучше. Поскольку это масло в роллере, мы его не можем использовать внутренне, а используем только ароматический первый способ использования и наружный. А если вы чувствуете, что у вас есть какие-то проблемы с пищеварением, вы можете просто сделать небольшой массаж живота по часовой стрелочке. Вы можете нанести это масло на область печени, подержать руки, согреть, да, дать тепло. Вот. Если вы, как бы, вашим деткам нужна помощь, да, тоже какие-то расстройства пищеварения, наносите на стопы, наносите вдоль пупка, тоже массирующими круговыми движениями, очень мягко разнесите это масло. Масло работает очень хорошо, но видите, у него помимо расстройств желудка есть еще, так сказать, и дополнительные назначения, это, например, укачивание, спазмы кишечника. Обязательно, если у вас еще этой смеси не было, обязательно ее закажите с 10% скидкой. И помните, что все эти бутылочки многоразового использования. После того, как оно у вас заканчивается, вы просто открываете, добавляете смесь, разводите также с фракционированным кокосовым маслом и продолжаете использовать эту смесь. Этот роллер как многоразовый. Очень удобно брать с собой. Вот. Через дыхание мы тоже работаем со всеми этими проблемами. Так, цена в магазине уже указана с 10% скидкой. Вот, у нас есть новые предложения. Мы тоже знаем, что у нас есть такие предложения к праздникам, к Рождеству, к Новому году. Обратите внимание, что эти предложения очень быстро разбираются. Обязательно закажите, попробуйте. В данном случае это вот такие леденцы с маслами лимона и лайма.
освежают, бодрят, прекрасный вкус, но вы сами представляете, лимон и лайм, ну просто такие цитрусовые, которые, ну, сами по себе каждое масло вкусное, а вместе это еще, да. Вот, и все это будет в такой жестяной коробочке, которую вы тоже сможете потом использовать для себя, а также замечательный подарок Новому году, да. Если вы хотите сделать эти подарки, не откладывайте, масла разбирают очень быстро. И такие рождественские подарки тоже разбирают очень быстро. Вот, следующий подарок, про который хочется рассказать. Новинка, которая только сегодня появилась в нашем магазине. Значит, набор, который называется коллекция древних масел Дотерра. 218 стоимость евро для, с налогом 21% для зарегистрированных покупателей. Для тех, кто не зарегистрирован, 290 евро, 67 центов, 168 пиви. Вот, что же сюда входит? Масло ниры, ладан, гальбанум, иссоп, ладаник и мирта бактовенный. Давайте я коротко расскажу про каждое масло. Масло ниры. Древние летописи гласят, что эфирное масло ниры было настолько ценным, что порой ценилось на вес золота. На протяжении долгих лет масло ниры использовали в парфюмерии, в религиозных обрядах для пользы тела и души. Масло ниры. Входит сюда 5 мл в такой красивой-красивой коробочке. Масло ладана. Про него я уже рассказала. Оно неоднократно упоминается в Новом Завете. Использовалось также в религиозных церемониях. Мы знаем, что это масло могли использовать только богатые люди. И как бы масло, которое вот в таком наборе, подарочном наборе тоже, конечно, замечательно кому-то либо предложить, кто собирает свою коллекцию. Вот, гальбанум. Египтяне использовали это масло в качестве благовония и при бальзамировании. А древние римляне и греки для изготовления косметики и духов. Гиппократ ценил это масло за многие полезные свойства. Также упоминается в Библии. Масло иссоп. Древние греки и евреи считали иссоп священным растением. Неоднократно упоминается в Ветхом Завете, и люди его используют с древнейших времен. Ладаник – это растение, известное как солнцецвет, роза Шарона, лабданум. С библейских времен также используется в парфюмерии и как благовоние. Во время медитации используется это масло. Мирт обыкновенный, 5 мл, и соп, обратите внимание, 2,5 мл бутылочка, да, вот видите, поменьше. Мирт обыкновенный известен как корсиканский перец, и тысячелетиями он считался символом любви, чести, счастья, великодушия. О его полезных свойствах было известно еще в 6 столетии до нашей эры. В Библии его также часто упоминают и использовали в церемониях очищения. Как использовать? Ну, есть как бы способ, ну, можно разными способами использовать, можно использовать через диффузор, и, конечно же, это нанесение на кожу, да, уход за кожей. Вот, разные рецепты мы, конечно же, еще будем пропечатывать и публиковать в наших группах. Вот так, хорошо, вот такой замечательный набор для всех, кто коллекционирует древние масла, кто вообще коллекционирует масла, это, конечно, супер набор. Вот так, следующая коллекция, обратите на нее внимание, я думаю, что ее, конечно же, точно нужно заказать, ну вот два, каждый набор можно заказать два на аккаунт, имейте в виду, да. И вот такая вот коллекция, которая называется «Коллекция смесей для блюд различных кухонь». И что же сюда входит? Да, бутылочки по 15 мл. Цена, смотрите, 28,75 – это 21% печен, 16,50 пиви. Коллекция удивительная, уникальная. На кухне, конечно же, ее нужно обязательно поставить. Почему? Потому что все, начинаем творить наши вкусные рецепты. Значит, входит итальянская, тропическая, мексиканская кухня. В итальянской коллекции, видите, итальян, у нас входит оливковое масло, масло тимьяна, розмарина, базилик, майоран и орегано.
уже в правильных пропорциях, то есть можно смело использовать, ну, всегда начинаем все равно с одной капельки. Тропический вкус, здесь у нас также кокосовое масло, апельсиновое масло, масло апельсина, лимона, лайма, грейпфрут, масло зеленого мандарина, масло бергамота, масло юдзу и масло иланг-иланг. Вау, какое сочетание. Вот. И третья наша спесь, мексиканская, это масло авокадо, лайм, кумин, масло черного перца, кориандра и майорана. Вот такие замечательные, собранные уже специалистами специально для нас сочетания. Вот. Ну, конечно же, эти смеси просто помогут нам, ну, готовить наше блюдо еще вкуснее. Я очень люблю использовать эфирные масла при приготовлении еды. Вот. Ну, мексиканские блюда, это, конечно, будут и тако, и буррито, и начос. Итальянское мы можем добавлять и в пиццу, и просто в салаты. Тропическое, ну, тропическое тоже, что мы можем придумать. Это могут быть, да, вот нам есть подсказки, это могут быть блюда, креветки, рыба на гриле, любимые смузи. Вот, посмотрите, действительно, интересное такое сочетание, да, можно сделать какие-то смузи. Вот такой набор, обязательно обратите внимание и не откладывайте, да. Как только вы решили, что вы хотите сделать заказ, делайте его, потому что уверена, что разберут. Вот, что у нас еще есть в нашем рождественском каталоге, это вот такой спрей. Насколько я помню, в прошлом году его, по-моему, разобрали за 2 дня. Вот, тоже многоразовая бутылочка, потом можно в нее тоже делать какие-то свои сочетания красивые. Что входит, посмотрите, лаванда, кедр, дерево хо, иланг-иланг, майоран, римская ромашка, ветивер, ваниль и гавайский сандал. Ну, очень вкусное сочетание эфирных масел. Спрей для постельного белья, я думаю, что можно просто вечером в спальне, да, сделать несколько пшиков на постельное белье, и, в общем-то, будет такое идеальное место для сна. В том марафоне, который мы сейчас с вами намечаем, женские секретики, вот мы сможем использовать и вот этот набор для приготовления еды, и, конечно же, смесь сиреницы для создания и романтической атмосферы, и для аромадизайна нашего дома, нашей квартиры. Вот. Мы знаем, что от нас, девочки, так много зависит атмосфера в доме. Вот. Портативный диффузор, который был в прошлом месяце, шел вместе со смесью масел Forest Breeze. Смесь Forest Breeze сейчас можно купить отдельно. Потрясающая смесь. Сразу создает такую атмосферу Нового года. А диффузор пилот можно сейчас заказать отдельно. Я его уже люблю, он у меня уже вот прямо передо мной стоит. Очень удобно использовать, переносить из комнаты в комнату, в ванную комнату, в студии, йога, занятия, фитнес, в машине. Есть аккумулятор, который мы можем зарядить, есть USB подключиться в машине. То есть просто очень удобно использовать. Смеси можно делать, добавлять те, которые вы хотите, то есть вы можете создавать то настроение, которое хотите вы сами. Значит, 4 часа непрерывной работы и до 8 часов прерывистой диффузии. Мы знаем, что диффузоры нужны. Это, знаете, это просто уже как бы современность говорит, что это должно быть в каждом доме, в каждой семье, в каждом офисе, в каждом магазине, где просто думают о себе, находится в теме здорового образа жизни, потому что это, конечно, не то же самое, что распылять через лампу масла жечь в аромалампе, потому что мы знаем, что те свечи, которые сейчас выпускаются, они сами по себе вредны, да, то есть эти же свечи просто вредно жечь. А еще нужно контролировать, чтобы ваша водичка не выкипала, тем самым масло, не эфирное масло не становилось вредным, не горело в вашей аромалампе. Вот, этот диффузор, конечно, тоже должен быть в каждой семье. Ну что, вот такие замечательные предложения. И, конечно же, мы рассчитываем, что обязательно у нас появятся новые покупатели, новые пользователи. Мы рекомендуем этот отличный комплект, потому что, регистрируясь с этим комплектом в декабре на 224 пиви, видите, он сразу 224 пиви, вы получаете масло ладана, про которое я говорила, бесплатно. Супер предложение.
регистрируясь, вы можете добавить в свою корзину все те предложения, про которые я рассказала, из нашего каталога рождественского. Вот. Какие же масла сюда входят? Смесь Air, смесь, которая должна быть в каждом доме сейчас обязательно. Смесь, которая работает с бронхолегочной системой. Можно использовать в диффузоре, можно вдыхать, можно наносить на грудь, на стопы. Смесь, которую хорошо распылять перед сном. То есть она освобождает наши бронхолегочные пути. Я очень люблю эту смесь использовать на занятиях йоги, для медитации, перед пранаямой в том числе. Смесь на страже, при нее мы говорим много и часто, и постоянно. Смесь, которая тоже просто должна быть, можем добавлять ее в чай, в кофе, делать наши напитки. Распылять через диффузор, если вам нравится аромат, можно добавить лимончик к этой смеси. Можно сделать согревающий массаж, обязательно разбавляя в базовых маслах. В нашем фракционированном кокосовом масле. У нас масло очень подходящее как раз для того, чтобы разбодить масла, потому что оно не имеет запаха, и оно не жирное, оно очень быстро впитывается, является просто идеальным проводником для наших эфирных масел. Обязательно закажите это масло, если вы еще ни разу не пробовали, обязательно его попробуйте. Значит, смесь на страже. С этой смесью у нас очень много записано вебинаров. Смесь, которая проводит серьезные исследования. Смесь, которая тоже работает на поддержание иммунитета в целом. Вот, если вы чувствуете, что вы заболеваете, можно прополоскать горло, подышать. Так, следующая смесь, голубая синева. Вот эта вот смесь, 5 мл. Она всегда, если эти бутылочки здесь по 15 мл, до 300 капель может быть в каждой из этих бутылочек. Это зависит от того масла, которое входит. От 280 до 300. Вот, глубокая синева, всегда 5 мл, туда входит масло, драгоценное масло грушанки, которое работает мощно противовоспалительно. Даже если нет никаких проблем, допустим, вы не занимаетесь, мышцы не болят, но если вы чувствуете, что у вас начинает болеть голова, если вы простыли, масла многофункциональные, поэтому это просто замечательно иметь вот такой вот набор. Глубокую синеву мы точно так же вдыхаем, наносим на шею сзади, на виски, на стопы, на икры. Очень хорошо работает при каких-то простудных заболеваниях. Есть вебинар, где мы записали рецепты для поддержания вот сейчас вот в такой период вирусов. Обязательно прослушайте. Смесь для пищеварения. 15 мл. Та смесь, про которую я рассказывала, которую можно приобрести с 10% скидкой в роллере. Вот, помните, если вы кладете смесь с 10% скидкой, ее нельзя оплачивать поинтами, да, только наличные, иначе это будет сразу полная цена. Вот, то есть вы сможете смесь для пищеварения потом просто использовать в роллере, да, и разводить фракционированным кокосовым маслом. Масло лаванды должно быть, масло успокаивает, гармонизирует, снимает стресс. Замечательное масло по уходу за лицом, просто антиэйдж у этого масла. Очень большие регенерационные способности. Чайное дерево – это наш карманный лекарь, да, это проблемы с кожей, это воспаление, это противогрибковое средство. Очень много назначений тоже, если вы простываете, если вы проходите программу детокс противокандидозную, мы используем это масло. То есть масло тоже многофункциональное. Ну, мята просто вау, мята должна быть. Хочется проснуться в серый день. Просто подышите мятой, хочется мятного чая, тоже можете капнуть капельку, либо на зубочистке, если вы только начинаете использовать. Замечательные смеси мята, лимон. Хорошо тоже при головной боли. Мяту с орегано можно использовать, если вы делаете какую-то заправочку. Да, все тоже на зубочисточке. То есть способов использования очень много. Орегано – это масло горячее, масло, которое мы используем приготовление еды, мы делаем такие заправочки для салата, масло, которое используем в противокандидозной, противогрибковой программе. Масло так очень быстро не расходуется, оно очень сильное масло. Противовирусное тоже можно использовать. Масло, кстати, очень хорошо использовать для того, чтобы сон был спокойным вместе с маслом апельсина. Попробуйте такое сочетание, обязательно разводя с базовым маслом. Ну и масло ладана сюда тоже входит. Масло, которого много быть не может, если вы даже получите в подарок его, то, поверьте, это масло у вас будет
расходуемо. Очень красивое сочетание масла ладана с апельсином. Просто обожаю при уходе за лицом. Прекрасная композиция. Вот. Букетов можно собрать очень много, очень разных, да, вы научитесь их точно так же составлять. А я просчитывала, что регистрируясь таким пакетом, приобретая такой пакет, у нас идет лимон, лаванда и диффузор как бы в подарок. Вот если бы вы по отдельности все эти масла накладывали, отдельно покупали. Помните, что в Европе этот набор можно приобретать, даже если вы уже зарегистрированы, точно так же через программу лояльного клиента. Очень красивый набор. Если у вас кто-то думает регистрироваться в компанию, конечно, расскажите про этот набор, потому что диффузор должен быть в каждом доме. Да, я это уже говорила. Вот, что еще? Последних два дня для того, чтобы приобрести вот эти наши замечательные комплекты. Про этот комплект записан вебинарчик небольшой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь позиций. Вы можете добавить к своему регистрационному набору или к вашей корзине, которую вы сейчас будете делать. Красивая косметичка, такая современная. Все продукты, которые мы однозначно будем использовать сейчас, просто как профилактика заболеваний. Спрей для рук должен быть в каждой сумочке. Онгарда много не бывает. Зубная паста потрясающая. Онгард в роллере тоже многоразовый. Обязательно мажьте носики, выходя из дома. Просто вдыхайте это масло максимально. Даже можно помазать и сам нос в носу. Капсулки начинайте одну штучку в день профилактически. Если чувствуете, что заболеваете, можно увеличивать до 4 в день. Если чувствуете, что у вас какие-то проблемы начинаются с горлом, просто сразу рассасывайте эти конфеты, работает на ура. Обязательно, если вы еще не заказали этот набор и жидкое мыло, к нему дополнительно нужно заказать диспенсер, потому что мыло я развожу примерно 1/3, наливаю в диспенсер, развожу водой, и очень экономично, и у вас начинается, вы приходите домой и моете руки, и это все начинается уже с ароматерапии. Вот, и что важно, что это все безопасно, и входят сюда уникальные масла, гвоздика, корица, розмарин, апельсин и что-то было еще. Если кто-то напомнит, замечательно. Вот. Дополнительно вместе с этим набором можно приобрести еще вот эти вот масла с 15% скидкой. И это предложение до 2 декабря, действительно. То бишь сегодня и завтра. Все масла удивительные. Адапти выводит из депрессии, да, создает эту атмосферу гармонии. Ну, на самом деле для меня это духи. Копайба – мощное противовоспалительное средство. Смесь «Баланс». Просто всем подарите на Новый год смесь «Баланс» 5 мл. У нас в постоянной продаже, в регулярной, 15 мл. И можно до 6 позиций положить в корзину. Я сейчас покажу, как это выглядит. «Дибло» уже входил в наш набор «Эфирный дом», но тоже смесь, которую мы используем, если идем на массаж, да, вот эта смесь тоже очень активно уходит. Противовоспалительная мазь, я ее обожаю, я ее люблю. Просто вечером нанесите на ладошки, посидите, подышите перед телевизором, да, любые простудные заболевания, ну, просто можно затормозить очень быстро. Вот, видите, мы кладем в корзину вот такой комплект, и сюда подводим мышку и добавляем от 1 до 6. Каждую позицию от 1 до 6. Смотрите, смесь «Баланс» в Латвии с 21%, 8 евро, просто супер предложение. Вот, обратите внимание, мои рекомендации. Вот, ну что, все, кто встали на программу лояльности, получают в этом месяце замечательный подарок. Это пихта бальзамическая. Да, кстати, я не сказала, что очень хорошо работает с насморком вот в самом начале пихта бальзамическая. Вот, программа лояльности у нас потрясающая, поэтому процент повторных покупок конкретно в Европе 56. Это значит, что продукт востребован, что люди покупают снова и снова, потому что получают свои результаты. Вот, вот так вот замечательно мы начинаем наш декабрь. Помните, когда мы делимся и кому-то рассказываем про Дотерра, мы поменяли свою жизнь, мы получили замечательный продукт в свой дом, и мы точно так же кому-то можем улучшить качество жизни, помочь улучшить качество жизни, да, мы меняем чью-то жизнь.
Вот, так что приходите к нам, узнавайте больше, задавайте вопросы.